проверяем наши всходы, как оно есть. Редиску, которую мы с вами сеяли первую, вот она только проклюнулась. То есть я ее еще день по-любому буду выдерживать в темноте, чтобы росточки чуть приподнялись, вытянулись, и потом было легче срезать. То есть у нас проклевывается. Капуста стоит мертвым грузом. Я даже не вижу, чтобы она полопалась. А нет, он есть, только-только начинает лопаться. Здесь вообще тишина. То есть обычная капуста, но и семена старые, поэтому не удивлена. Так, редька с редиской. Я так понимаю, всходит редиска, а редька пока только набухает. Здесь тоже будет еще стоять в темноте. И то, что я сажала последним вечером, это крест-салат, у нас мангольд и шпинат. Шпинат только-только наклевывается, мангольд, ой, крест-салат наклюнулся, скоро будет прорастать, уже прям хорошо вставать. И мангольд тоже начал давать проростки, то есть он видно корешочки местами. Тоже поставим пока обратно. Я не показывала горох. Он у меня... Я вообще-то для сыра использую, но решила для него оставить. Вчера он стал наклевываться, то есть я его замочила буквально на 4 или 5 часов. И потом положила на бумагу. Вот такую вот, как сетчатую. Так что он тоже, скорее всего, постоит еще немножко. Корни пойдут вниз. Еще не у всех прилипли корешочки. Корни пойдут вниз. И достанем его на прорастание. Да, редиска за 2 дня, в принципе, реально всходит. Так же, как крест-салат. А вот капуста что-то не хочет. Так, я сейчас это все дело уберу. Обратненько. Пусть прорастает все дальше. Мой завтрак сегодня у меня будет калорийным достаточно. Буду есть пшенную кашу на воде без добавления масла. Здесь 120 грамм. Яйцо в смятку 60 грамм. И здесь у меня индейка по-итальянски. Это бедро, филе без кожи, без костей. Я взяла 180 грамм мяса, отбила с двух сторон. Добавила на сковородку 5 грамм масла. Обжарила с одной стороны на среднем огне, перевернула, посолила. Сверху выложила грибы, потом выложила поверх них помидоры и сверху сыр. Все закрыла крышечкой, на медленный огонь поставила и ждала где-то минут 5-7. Вот так вот. И такую процедуру можно делать, в принципе, с любым мясом, даже с филе куриным, но оно жарится быстрее. Но его тогда надо будет резать потолще и не отбивать, потому что иначе будет сухое. Так, все, пошла я кушать. Всем привет! Привет всех на своем канале. Меня зовут Надежда, я здесь худею. На сегодняшний день мой вес 92,3, у меня отвес. Вчера я нарушила вечером и съела 60 грамм пломбира. По калорийности я уложилась, по-моему, там 1100 или 1200 калорий у меня получилось. А вот по жирам я перебрала на 2 грамма. Но это, в принципе, не страшно. Я себя осуждать не буду, чтобы это в мозгу не откладывалось. Бывают разные случаи, да, дни рождения и все на свете.
Но сегодня утром я встала на весы и обрадовалась. Плюс, возможно, это сошла отечность, но отечность сошла не вся. Потому что я сегодня встала, сапогами мерить не стала, а после душа просто ходила... Секунду. Кролик привлекает внимание моего кота. Хочет с ним поиграть, а я такая вредная не выпускаю. Так вот, завтрак у меня сегодня был обильный. Я надеюсь, мне хватит его на 3 часа. Мне было очень вкусно. Я давно такого ничего не ела. Вот. И думаю... вчера я еще выпила воды. 2,5 литра. Получилось само собой, хотелось очень пить. Может, из-за таблеток, конечно, не знаю. Сейчас. Получилось само собой, очень хотелось пить. Возможно, действительно, это из-за таблеток, которые я себе купила. Вот, витамины надо бы купить, рыбий жир и купить водоросли. Водоросли я не буду принимать внутрь, я хочу сделать маску. Говорят, очень классно. Ну, попробуем. Это какой-то кошмар. Не кот, так кролик. Что ж такое? Баффи. Он тягает миску туда и обратно. Поднимает. Демонстрирует мне. Хотя я его только недавно покормила. Но все равно... Так, в планах у меня сегодня сходить до зубного, записаться, либо попробовать прорваться туда, не знаю, как получится. И хочу распикировать свои перцы. У меня рассады много в этом году. Бахнуло. Так бахнуло, чтоб хватило. Вот. И надо довязать игрушку. Ребенок просил для садика. Вяжу я крючком, потом покажу, что получится. Там такая маленькая игрушечка будет. Ну, там уже второй заказ поступил, так что будем делать дальше. Мой сыночка пообещал девочке, что ему его мама свяжет для нее. Это моя подружка, говорит. Я говорю, понятно, мама влипла. Да ладно, для детей не жалко. Все сделаем. Так, пошла монтировать, и попозже с вами встретимся. Так, у меня время второго приема пищи. Я буду есть макароны твердых сортов. Здесь у меня 110 грамм. 20 грамм у меня ткемали домашние. Я закрывала сама. Тут масла нет вообще. 60 грамм котлетка запеченная в духовочке. И куриная. И помидоры 35 грамм, и огурца 35 грамм. Так, это мой третий прием пищи. Буду есть щи без сметаны, 370 грамм, и лука у меня там 7 грамм получилось. Я тут мало с режимом сбилась, нечаянно прилегла полежать, и меня вырубило. Сейчас время 5 час, так что надо... кушать, приходить в себя и скоро уже идти в садик. Время без 26, я вышла за ребенком в садик. Тут вот решила встать на весы, посмотреть, сколько килограмм у меня прибавилось. То есть за день где-то примерно 1,5-2 килограмма на весах плюс в течение дня. Это нормально. У меня показывает ту же цифру, что и с утра. Я очень удивлена. Только сегодня проговорила про день рождения, и тут же вечером раздался звонок, и нас зовут в гости. Отказываться я не стала, потому что давно не видела этих людей. Так что сегодня будет у меня тяжелый день. Поела я, правда, 3 раза сегодня. Буду себя сдерживать. 100% на днях рождения будет майонез жареное, но я буду стараться не есть. Выбирать что-то более
менее вредные для себя. Дни рождения никто не отменяет, да, и они бывают, то есть отказываться от них не стоит. Хотя бы наобщаетесь, как говорится, погуляете, повеселитесь. Не обязательно ходить и жрать. На дни рождения весело. Это самое главное. Так, после садика мы зашли в магазин. Я купила себе рикотту и купила скумбрию консервированную. Хочу попозже туда сделать своим пирожков, а себе сделать какую-нибудь замену либо в лаваше, либо сделаю как итальянские пироги. У нас, по крайней мере, в городе такие продавали раньше. Там было пресное тесто, наподобие как лаваш, тесто такое. И туда засовывается любая абсолютно начинка, хоть мясная, хоть ягодная, потом какая у нас продавалась, и с сыром, и с картошкой, и с капустой. Мои любимые были всегда с капустой. Там была капуста, ну и любила я также с мясом. Там еще капуста такая, она недожаренная, прям вот чуть-чуть, как альдента была, с зеленушечкой, с морковочкой. Все это укладывалось и жарилось в печи для пиццы. То есть получается как сухая обжарка. Я думаю, что на сковородке то же самое можно сделать. Я как-то делала, но очень давно уже рецепт забыла. Придется методом тыка вспоминать. Так, я сготовила сегодня запеканку творожную. Правда, пришлось добавлять манки немножко. Надо еще внести сейчас все данные в калькулятор калорий, чтобы посмотреть, сколько она будет. Если она будет сильно большая, я есть ее не буду. В смысле, большая калорийность. Да есть не буду, у меня будет есть ее ребенок. Ребенок очень любит творожную запеканку. И она с яблоком, как я люблю. Люблю с яблоком и бывает еще люблю очень с морковочкой. Как в садике. Вот, отварила оставшееся бедро индюшиное. У меня там будет бульон, щи. У меня остался на один прием пищи. Наверное, я их и буду доедать завтра. И, наверное, завтра, не знаю, наверное, овсянку запарю. И с мясом отварным поем. Как раз разгружу свой организм. Это все легко усваивается. Там больше всего белка получится. Распикировать я сегодня ничего не успела. Бог с ним. Завтра будем этим заниматься. К врачу я тоже не попала. Запись будет только с завтрашнего дня. Вот. Так, я пошла собираться. Мне надо еще переодеться. Надо еще что-то на голове сделать. И пойду тогда уже с ребенком на день рождения. Так, всем спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, оставляйте комментарии. Ставьте лайки, кому понравилось. Присоединяйтесь худеть. Всем пока!